Начнем мы с того, что я хочу рассказать вам сейчас о новости. Огромной, большой, гигантской, можно сказать, новости, особенно для тех людей, которые ориентированы на деньги. Дело в том, что, давайте слайды по порядочку буду, что у нас есть два вида входа. Один вид – это партнерский старт, 110 баллов, и второй вид входа – это VIP старт, когда человек делает разовую покупку на 550 баллов. Что может заставить человека заплатить больше? То есть, если мы говорим о бизнесе, то, конечно же, бизнесмены ищут, как вложить денег меньше, а прибыль получить больше. И все-таки для настоящего бизнесмена важнее прибыль. И VIP-партнер, то есть VIP-старт, это именно такой старт, именно такие действия бизнесмена, которые помогают ему получить прибыль больше. В конце концов, на сегодня 110 баллов, 550 баллов – это не очень большие деньги. Это пятая часть от средней зарплаты, может быть, так возьмем, да? И полная средняя зарплата в наших странах. Где-то больше, где-то меньше. На этом слайде вы видите основные какие-то различия, но давайте я на следующий слайд перейду для того, чтобы подробней, чуть подробнее рассказать о той новости сегодня, которую я озвучиваю 26 ноября, связанную с VIP-партнером. То есть VIP – это очень важный партнер компании. Да, он начинает с 550 баллов. И я сразу начну с новости, а потом мы еще раз внимательно посмотрим на VIP, да, на все его преимущества, для того, чтобы вы могли сами знать их, передавать другим людям, объяснять им, что если ты хочешь много зарабатывать денег, то, конечно, VIP-старт – это то, что тебе гораздо больше шансов, что принесет много денег. Если ты хочешь много денег, но начинаешь с маленького старта, обычного, партнерского, скорее всего, ты не хочешь много денег. Нет, человек пятикратно ниже инвестирует, значит, будет десятикратно меньше зарабатывать. А десятикратно меньше – это всегда, ну, так сказать, не так приятно. Люди устают зарабатывать небольшие деньги. Все-таки лучше заработать, допустим, не 50 долларов, а 500, десятикратное, да? Не 500, а 5000, не 100 долларов, а 1000. Поэтому именно VIP-старт, он дает примерно, так я говорю условно, десятикратное преимущество в зарплате, в итоге, да, в стремлениях, и такие люди больше зарабатывают. Но вернемся к тому, что у нас сегодня самое главное. Давайте я нарисую, подчеркну маркетинговые преимущества по бонусу бесконечности. Видно вам, да? Маркетинговые преимущества по бонусу бесконечности я объявляю сегодня, что даже если наш уважаемый VIP не активен в какой-либо период, то он получает по бонусу бесконечности половинку чека, половинку от бонуса бесконечности, 50%. Что это значит? Вообще-то бонус бесконечности – это достаточно уважаемый бонус. У многих он будет большим бонусом, сотни тысяч, даже десятки тысяч долларов. Возможно, сотни тысяч, но тут не будем забегать вперед. Что десятки тысяч – это понятно, потому что таков рынок, такие цены, такая прибыль, такое количество людей перед нами. Да? Здесь все ясно. Итак, половина от 10 тысяч – это 5 тысяч. Хорошие деньги. Половина от 1000 – это 500. То есть, половинка от бонуса бесконечности получает любой VIP, даже если он не активен. То есть, если он не сделал в этом периоде, в этом месяце активирующую закупку, да, на 75 баллов. 75 и выше. Большинство людей делают активность за 110 баллов, и это очень правильно. Но минимальная активность у нас с ноября 75 баллов, поэтому можно купить такой продукт. Как раз-таки женьшеневый чай, о котором говорила в первой части Людмила, он стоит 75 условных единиц и дает 75 баллов. Так вот, VIP – это люди, которые заплатили больше, и компания посчитала возможным дать им эту привилегию. Как будто бы вот эти деньги, которые больше заплачены, пожизненно, да, очень долго, по крайней мере, очень долго, годы, годы и годы, да, ближайшие
годы компания не будет делать никаких ограничений, это точно, да. VIP очень долгие годы вперед. Ну, в конце концов, мы понимаем, жизнь конечна, нельзя говорить о бесконечности. С точки зрения одной человеческой жизни, VIP при неактивности, при отсутствии покупок, все равно получают деньги. То есть это идет некоторым, может быть, даже диссонансом, да, вразрез с правилом компании платить своим покупателям. Но согласитесь, когда человек сразу купил на 600-700 условных единиц, то есть он сразу стал большим покупателем, сделал какую-то покупку даже вперед, даже, может быть, на полгода себе. Возможно, это было куплено, ну что там у нас получается, 9, скажем, да, по 75, наверное, это около 9, да, в чая, например, женьшеньевого. То есть много. И такому человеку компания делает маркетинговые льготы, преимущества. Шикарно. Так, меня слышно сейчас? Скажите, пожалуйста.